Привет-привет! Не подумайте, что я шахтер, собралась в шахту. У меня на голове устройство. Это наша камера, которую я буду сегодня снимать. Самое необычное видео. То есть я буду сама и оператором, и режиссером, и актером. Вот. Так, надо головой поменьше двигать. Давайте знакомиться. Меня зовут Лилия Донскова. И я сегодня буду показывать свою ванную, чем я пользуюсь, и начнем мы с этого шкафчика. Он прячется за зеркалом, поэтому зеркало я открываю и смотрим, что у нас на полочках. Тут, конечно, не очень порядок, но ничего страшного. Итак, смотрите, здесь у меня стаканчик, тут всякие станочки, пилочки, щеточка для окрашивания волос. Далее, это вот мои любимые средства для волос, Элио масло с распылителем. И сыворотка для волос, кстати, это еще из старой коллекции, но я сегодня уже получила сыворотку из новой коллекции, как только это закончится, сразу возьму новую. Это потрясающие два средства, мои любимые, они позволяют просто, ну, как бы говорится, балдеть от своих волос, вот. Сейчас сюда вниз поставлю. А вот это, кстати, средство, мне кажется, его сейчас нет в продаже, но у меня еще оно есть, я очень редко им пользуюсь, это для придания объема волосам. И мне очень нравится, какое оно легкое, прикольное. Я, в принципе, очень редко пользуюсь укладочными штуками, но бывает. А вот это сухой шампунь. Сухой шампунь рекомендую, хорошая вещь. Это лак для волос 1, это лак для волос 2. Сейчас еще покажу кое-что прикольное. Это CC крем. То есть наверху у меня в основном все для волос. А вот что у меня тут классная заначка. Это мега крутое полотенце отшелушивающее, я его использую просто как мочалка, просто обалдею, особенно в бане и в ванной, да где угодно, просто в душе, когда купаюсь, наношу на него прям гель или скраб и массирую тело, и я просто обалдею от этой штуки, это моя любимочка, тут лежит всегда под рукой. Кстати, это с автозагар. Тоже я фанатка нашего автозагара, получается очень красивый ровный тон. Иногда пользуюсь, когда вот нужно одеть какое-нибудь вечернее платье открытое, и грудь, спина будут открыты, руки, а все зимой становится бледное, я просто пользуюсь вот этим автозагаром. А еще есть у меня такая штука, наверное, вы даже такую не помните, серия Nature Secrets с малиной, спрей для тела, он так вкусно пахнет, и он увлажняет, но я его не очень часто использую, в основном летом вот я им пользовалась, и сейчас буду. Так, это крем для волос, кстати, давно им не пользуюсь, надо его даже выкинуть, и это. Вот почему-то крема для волос у меня не очень хорошо идут, я их беру все время, надеюсь, что, о, да, я начну ими пользоваться, ну вот они стоят, надо, кстати, проверить срок годности будет и выкинуть. Так, это средство, сами понимаете, для чего? Для удаления нежелательной растительности на теле, и тут еще одно, а еще есть еще вот масло. Для тела тоже старенькая из лавандовых. Вот сколько у меня всего прикольного. Эта полочка мое лицо. Здесь все только для лица. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Ну вот смотрите, я такая хулиганка. Еще не закончилась, то есть практически здесь чуть ли не больше половины, и здесь тоже много. Это очищение и тоник Novage, но я уже не вытерпела. И взяла себе новинку, гель-тоник 2 в одном, и я просто от него без ума. Я, честно говоря, всегда была противницей того, что вот там, например, написано 3 в одном, 2 в одном. Я считаю, что должно быть отдельно. Это было мое личное субъективное мнение, но вот Oriflame просто разрушил все мои представления об этом, потому что я реально прям офигеваю от этого средства, я его вам рекомендую всем попробовать. Так, это мое любимое средство для снятия макияжа. Оно водостойкое, смотрите, какое оно красивое. Это медузка, я его так называю. Я его вот так вспениваю, то есть быстренько встряхнула, набираю на ватный диск и как-нибудь запишу видео, покажу, как оно идеально снимает любой макияж, абсолютно любой. Далее, здесь в этой баночке маска,
новинка питания, увлажнения. Кстати, маска мне понравилась. Она там с ягодами и очень и прикольная вообще текстура у нее. Мне она нравится, я пользуюсь. Это маска из старичков. Уже скоро закончится срок годности. Поэтому я прямо ей еще пару раз попользуюсь и выкину, потому что эта маска пришла на смену. Но все-таки я люблю больше все в тюбиках и с дозаторами. Ну ладно, такая маска тоже пойдет. Это Эко Бьюти молочко. Я брала всю серию. У меня из нее еще осталось масло, тоже Эко Бьюти. Офигенная, крутая серия. Она на 95% натуральная. У нее сертификат EcoCert, Organic Cosmetic. То есть все вообще крутое. Посмотрите, какие флакончики. Но я не люблю молочко. И вот оно у меня стоит. Я редко-редко им пользуюсь, просто чтобы для разнообразия. А вот маслом я пользуюсь... Частенько делаю массаж лица вот с этим шикарным агрегатом Skin Pro. И заметьте, что у меня стоит здесь насадка именно массажная. Я больше всего люблю именно эту насадку из всех трех. Сейчас вам все три покажу. Вот они. Одна, вторая, да, это такая отшелушивающая для геля, а это скраб, насадка скраб. Вообще офигенно. А тут осталось пару капсулок, берегу куда-то в дорогу взять с собой, тоже с маслами, чтобы не тащить с собой крем. Я вот люблю капсулы с собой брать. Так, порядок наложу, порядок. Сейчас. Так, здесь у меня скраб Novage. Я его люблю больше всех скрабов на свете. У нас еще есть вот у дочки такой скраб. И вот такой еще есть у нее скраб. Но мне они не нравятся. Вот этот слишком крупный. Он, наверное, хорош для жирной кожи. У него очень крупные частички. И мне некомфортно. Мне кажется, он меня прям вот царапает. Поэтому я его не очень. А этот скраб просто волшебный. Но у меня есть информация, что его планируют снять с производства. Я не знаю, зачем. Потому что, мне кажется, это самый крутой продукт вообще вот в таких в допиках. Ну, я имею в виду дополнительные средства. Так, что-то я отсюда убирала. Сыворотка Экологиан. Ага, дальше. Крем ночной у меня сейчас тоже Novage. Из осветляющей серии взяла попробовать. И вот если хотите, я вам покажу, как он впитывается. Надеюсь, вам будет видно. Я прям капельку нанесу. Вот этот крем, вот он, просто он исчезает и мгновенно впитывается. Вот как я люблю. И при этом он очень круто увлажняет. И я надеюсь, он уберет у меня пигменты нежелательные на лице. Так что я отсюда еще забрала, давайте верну. У меня все еле-еле помещается, маленькие полочки. Это мой фаворит, мой любимчик. Это крем для глаз Экологиан. Тоже у меня, кстати, я хотела засечь, насколько мне хватает. Я его открыла 1 сентября, даже здесь пыталась маркером написать дату, но я потом все это смазала. Сейчас на свет посмотрю. Пол флакончика использовано за 1,5 месяца. То есть, значит, мне крема для глаз хватает на 3 месяца. Вот и все, простая математика. Так, здесь у меня маска ночная. Балдежная маска, если не пробовали, прям берите, не пожалеете. Утром вот реально встаешь, как конфетка, просто детка-конфетка. А дневной крем у меня из Ultimate Lift. Видите, у меня тут все Novage, но из разных серий. Сейчас так получилось, потому что надо было этот крем использовать. Кстати, он такой красивый, покажу вам его. Он сиреневый, вы видите? Он сиреневый, и он очень вкусно пахнет. Там ватные диски, зубная нить, понятно, здесь палочки. Кстати, коробочку я сама украшала, она была просто пластиковая, я ее покрасила, прилепила бусинки, мне нравится, чтобы было красиво. Так, идем к Лере. Здесь маленькая полочка Лерина, зубные пасты и Мишина полочка. Да, как у нас тут все устроено, давайте посмотрим. Ну, зубные пасты сейчас открыты сразу 3, потому что мы любим... разными. Я, например, вот этими постоянно пользуюсь, утром, вечером одной, и иногда отбеливающий. Ну, например, перед тем, как куда-то идти на мероприятие. Или на запись видео, а видео мы записываем часто. Ну, короче, иногда пользуюсь отбеливающим, но не слишком часто стараюсь это делать. А вот здесь у нас, давайте Мишина покажу, это его щеточка, зубная щетка электрическая. Это старый Skin Pro. Смотрите, какой он маленький, какой смешной. Вот, ну, дочка им все равно пользуется иногда. Поэтому он тут стоит. А это Мишина гордость. Его Novage.
весь мужской комплекс обалденный, обалденный просто. Я даже сама иногда беру попользоваться. Смотрите, какой серый гель, гель-скраб. О, какой он прикольный и пахнет вкусно, прям мужской-мужской такой. Так, ставим на место, чтобы был порядок. Так, что у дочки? Это ее любимая маска. Кстати, как она ее быстро измазывает? Я ее только получила в прошлом каталоге, тут уже практически нету. Кошмар. Далее, для лица гель алоэ, тоник алоэ. Тоник заканчивается, но я уже заказала, кстати, в этом каталоге очень выгодные предложения на мицеллярку, на гель и на тоник. Я набрала всего. Мицеллярку она просто буквально ест. Я не знаю, что она с ней делает, я ей очень редко пользуюсь, в основном она. И это тоже средство для снятия макияжа. Видите, она любит это, розовое. Ей мое вот это вообще не нравится. Поэтому я всегда говорю, девчонки, надо пробовать. Я балдею от этого. Это у меня вообще ничего не удаляет. Меня оно просто бесит. Оно мне сушит кожу. Я его ненавижу. А многие берут именно его. А это мой любимчик. Я его просто обожаю. Так, это убираем. И что-то здесь еще из маленьких тюбиков. Ну, это вот была серия в наборе. Шло 3 тюбика. Один, наверное, у нее закончился. А эти еще чуть-чуть есть. Ну, какие-то масочки, что-то такое. Но все вкусно пахнет. Ей было приятно, что я ей подарила такой красивый вкусный набор. Так, отсюда мы уходим. Все посмотрели, мои хвальбушки. Здесь у меня гель для душа Essenza с лимоном и вербеной. Естественно, я его просто обожаю. Мне все нравится в нем. Запах, цвет, какая кожа с ним клевая. Интимный гель. Сейчас с ромашкой, кстати, заканчивается. Скоро будет другой. А мне они нравятся все, но больше всего нравится белый, который самый дорогой. Двигаемся в эту часть. Здесь пена для ванны. Гигантский гель для душа с отшелушивающими частичками, с ароматом малины. А он вообще как малиновое варенье. Смотрите, какой густой. Это вот реально просто как будто, ну, когда моешься, как будто малиновым вареньем купаешься. А это шампунь для волос 2 в 1. Кстати, в основном им пользуются дочка, Лера и Миша. Но я им тоже иногда пользуюсь. И мне он нравится. Я думала, он мне не подойдет. Ну, потому что 2 в 1 обычно как-то жирнит волосы. Ничего подобного. Все отлично. Мочалка Oriflame. Щетка, естественно, наша Oriflame. Я лезу в ванну, чтобы быть ближе к верхней полке. Так, что это здесь? Волос не мой. Так, шампунь. Вы его, может быть, не знаете, он уже у нас ушел, поэтому много про него не буду рассказывать, но у меня в запасе еще один тюбик. Я запасливый крот, беру всегда все, что с большими скидками, и то, что у нас уходит просто бешеными темпами. Например, шампунь для волос, мой любимый, яблоко и бамбук. Я его просто обожаю, и всем сказала, не трогайте мой шампунь ни в коем случае. Это тоже для рук и тела. Гель с инжиром. И еще что-то там состав. А вот это, кстати, прикольный скраб. А скрабов у нас всегда много. Смотрите, медовый, Swedish Spa скраб. И вот такой Swedish Spa. И это еще не все, еще один. Я обожаю скрабы. Просто я от них фанатею. Я фанат скрабов. Так, далее, на этой полочке. Тоже этой серии сейчас нет. По-моему, ее обновили. Сделали другой дизайн флакончиков. Да, у нас вот, получается, оно в других тонах. Эта серия стимулирующая рост волос. Мне тоже нравится. Но тяжеловатый шампунь. Я им не часто пользуюсь. А это мой любимый кондиционер для волос, для поврежденных волос. И мне он очень нравится. Я даже, когда им пользуюсь, я забываю про маски для волос. Потому что он реально справляется со всеми этими задачами, с которыми должен справляться. Это скраб, который я больше всего обожаю. Я не знаю, что они в него положили, но после его применения просто кожа как у младенца. Я его обожаю, особенно ножки, если пяточки там сухие, намажьте этим скрабом. Кстати, сейчас вышел новый, я вам покажу. Он с маслами, и он напитывает кожу. Я, кстати, его с ним и маникюр делаю, педикюр, все. Просто нанесите, посидите в этом, потом опустите в ванночку с горячей водой, посидите еще чуть-чуть и сотрите все пемзочкой, какой-нибудь пилочкой любой, и это будет очень круто, вы свои ножки не узнаете. А это детский шампунь, и я люблю детские шампуни, да, я беру, потому что они вкусно пахнут, они красивые,
Вообще, если честно, я бы хотела видеть больше красивых тюбиков в Oriflame. Вот мне не хватает вот такого вот чего-то. Вот когда вышли вот эти бутылочки, я обалдела. Они такие прикольные, как будто йогурты. Но хочется еще более чего-то вообще разнообразия именно в дизайне, в упаковке. И вот сейчас я довольна вот этим вот кремом для душа с каштаном. Мне все понравилось, как он пахнет. Мне понравилось, как он пенится. Какая кожа с ним мягенькая. Сейчас я выдавлю, покажу. Он такой, смотрите, он перламутровый. Он такой красивый. Прям пузырик вышел. Супер. Это мне очень нравится. Далее, ну этот закончился, скраб для ног практически на разик остался. Маски для волос. Это для окрашенных моя. Это Лерина медовая. Нравится нам и медовая маска тоже офигенная просто. Смотрите, прям как будто банка с крем-медом. А это моя для окрашенных волос. Тоже прикольная, она просто беленькая. Вот, маски все время берем. У нас это всегда в изобилии. Так, выбираюсь из ванной. И завершает обзор вот эта полочка. Ванна маленькая, у нас ничего не помещается. Это собачья. Я сюда налила ему гель, который я не люблю. Забыла, как он называется. Такой голубенький. И мы купаем собаку. Здесь у меня вся серия новинка Swedish Spa. Это масло для тела. Это масло-пенка. Кстати, это что-то невероятное. Я вам сейчас покажу, как это выглядит в деле. Давайте прямо покажу. Это просто масло для тела. И мне оно понравилось. Классно питает. Вообще классно. Я офигела вот от этого крема. Он только вышел, я его уже практически весь использовала, потому что он такой крутой и пахнет очень вкусно. Это крем-масло. Ой, зачем я им мажу? Сейчас буду вам показывать, как пенится эта пенка. Просто я его когда вижу, у меня сразу желание им намазаться. Смотрите, он вроде бы такой густой, так плохо размазывается. А он хорошо размазался и быстро впитается, и кожа будет просто волшебная. Вот смотрите, я закатаю рукав. Вот видно, да, какая сухость здесь, вот прям кожа сухая. И какая сразу здесь стала. Это он еще не полежал как следует. А если его подержать подольше, ну, как бы время подождать, то он будет вообще просто, просто великолепный. Вот такой результат. А это скраб огромный. Я им один раз попробовала. Решила домазать тот, который там стоит, чтобы уже эту баночку туда переместить. Он тоже очень крутой. Мне кажется, он даже интереснее, чем тот предыдущий скраб. Он полегче, я не знаю, у него чуть-чуть другой аромат, мне он очень даже понравился просто. И дизайн мне нравится, сделали новый, прикольный такой дизайн. Так, это крем для тела, новинка наша с каштаном, в комплекте берите. Если вы смотрите мое видео, еще идет каталог номер 14, хватайте, прям не стесняйтесь. Это мой антицеллюлитный гель, крем, крем антицеллюлитный. Его сейчас уже нет этой серии, но я брала много с запасом по распродаже. Мне нравится, я беру всегда вот этот вот, как это называется, инструмент для пыток. Я принимаю душ или ванну, потом раздираю кожу на бедрах, животе, ягодицах вместе с этим гелем. Это получается вообще такая убойная смесь, все горит. И сразу в постельку ложусь, теплую одеялочку закутываюсь. Просто офигенно подтягивает кожу, очень круто. Вот, в принципе, я вам все показала. Осталось показать вам. Вот я. Посмотрим, как работает вот эта штука. Давайте. Я мочу кожу. Просто намочила. Капнула чуть-чуть. Ой, много капнула. И начинаю купаться. Смотрите. Вот он какой. Он становится пенкой. И маслянистый. И в то же время купает. То есть вы можете брать мочалку, что угодно, там губку какую-то. Он ништяк, вот быстро раз, пенка, ух, все сошло, можно смывать, кожа просто огонь. Такая мягенькая, такая гладенькая. Вот это, я считаю, что вот молодцы разработчики придумали такой необычный продукт. Я никогда не видела такого. Может быть, конечно, есть и в других фирмах, но я счастлива, что это есть у нас теперь. Вот. Моя любовь. В общем-то, все. Ребят, спасибо за внимание. Желаю вам всем вкусного настроения.
чтобы все ваши покупки в Oriflame не стояли просто так на полочках, а все было использовано, и все вы с удовольствием применяли, и вам это давало классный результат, вот как у меня, например, я очень довольна результатом, который получает продукция Oriflame. Желаем вам супер настроения, до новых встреч, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, ну как всегда, я вам всегда это говорю, надеюсь, вы все это быстренько сделали. И пишите комментарии, мне очень интересно обратную связь читать, я с удовольствием с вами общаюсь. Вот, все, теперь пока, точка. GoPro, стоп, видео.